Виктор Михайлович Васнецов по праву считается одним из основоположников модерна в русской живописи. Будущий художник родился в 1848 году в семье сельского священника и еще в детстве беззаветно влюбился в русские народные сказки и поверья, старинные обряды и песни. Это увлечение он пронес через всю жизнь. Оно и определило его дальнейшую судьбу. Во время учебы в Императорской академии художеств Васнецов заинтересовался графикой и усердно развивал навыки именно в данной технике. Благодаря дружбе с Ильей Ефимовичем Репиным он смог побывать в Париже, где проработал год. Здесь был создан эскиз, положивший начало эпическому богатырскому циклу, вершиной которого через четверть века стали знаменитые три «Витязи». По возвращении в Россию художник полностью посвятил себя жанровой живописи. Он рисовал персонажей русских былин и преданий, образы, которые в те времена интересовали немногих живописцев. Избрав источником вдохновения фольклор, Васнецов провозгласил свою исключительность и уникальность, ведь товарищество передвижников, в котором он состоял, интересовали прежде всего остросоциальные темы. Виктор Михайлович не смог побороть любовь к миру сказок и русской старины. Не боясь осуждения, он полностью посвятил себя изображению неземных страстей, а мира легенд и фантазий. Полотно «Витязь на распутье» можно трактовать как аллегорию на судьбу человека и, самое важное, его решение – выбор жизненного пути. Под тяжестью фатального пророчества могучий воин склонил голову перед камнем предсказателя. Васнецов намеренно не изобразил на картине дорогу, чтобы подчеркнуть безвыходность положения. Летящий навстречу черный ворон выступает символом неотвратимой гибели. Невозможность изменить предначертанное подчеркивается умело подобранной палитрой и достаточно мрачной и сдержанной.